Всем привет! Сегодня мы получили очередную посылку с Алиэкспресса. Мы заказывали футболочки. Вот мы их достали. Продавец положил в подарок вот такие вот жилейки. И был вот такой фирменный пакетик магазина. Так, давайте смотреть. Так, три футболки. Так, видно, что вот они фирменные. Есть этикетка магазина. Хорошего качества такие лейбы. Указан здесь размер эмочка, уход, как стирать и тому подобное. Так, вот такие вот они. С наклейкой здесь на груди. Она такая прорезинистая. Видно, вот когда ее растягиваешь, она не лопается. Сама футболка хлопок, приятная такая на ощупь. По швам видно, что вот горловина обработана в два шва. Рукава. Боковых швов нету, и только внизу вот так вот аккуратненько все прострочено. Она не сильно плотная такая вот ткань, потому что если на свет смотреть, она немного просвещается. Так, вот такая вот первая. Потом вторая также идет, все с этими лейбами, все размер такой же. Просто вот чисто синенькая. Швы все также прострочены. И также вот такая вот плотная наклейка, резина, вот видно. Думаю, что она стирку будет хорошо переносить. Вот такая вот вторая. И третья серая с Пикачу. Вот. Яркая. По швам также все вот видно вот. Серенько, может, более четко будет. Также боковых швов нету, гладенькие, и рукава. Вот такие вот футболочки с подарочком нам сегодня приехали. Кому интересно, ссылка останется под видео, можете перейти посмотреть товар этого продавца, что вам еще понравится. Спасибо за просмотр, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал.